Уважаемые норвитяне, накануне Нового года хочется поздравить вас с наступающим 2010 годом, пожелать, чтобы у вас все плохое осталось в старом году, а Новый год принес благополучие, удачу, осуществление всех ваших планов. Мы, российские граждане, как послы доброй воли, мы хотим, чтобы между Эстонией и Россией были добрососедские отношения. А что такое дружба между народами? Это новые рабочие места. Это возможность найти для себя применение своих сил не только в Эстонии, но и в России. Это возможность учиться, работать и жить, имея все то, что ты пожелаешь. Итак, здоровья, благополучия, успехов. Всех с Новым годом, с новым счастьем. Дед Мороз, спасибо тебе за подарок, который ты принес. Пустяк, не стоит благодарность. Я тоже так думаю, но мама велела так сказать. Was a farmer.